25 сентября 2015 года на очередной сессии Генассамблеи ООН была принята новая повестка дня. В ней сформулировано 17 целей устойчивого развития, достижение которых должно способствовать преобразованию мира. На эту повестку стоит обратить внимание не только руководителям государств. В компании «Сахалин Энерджи» понимают, что ключевую роль в этом процессе могут играть предприятия. Поэтому мы включили обязательства в исполнении требований ООН в один из наших основных документов – политику устойчивого развития. В первую очередь мы обязуемся заботиться о своих сотрудниках. Достойная оплата труда, поддержка персонала в его развитии и обучении – таковы основные черты нашей кадровой политики. На территории поселка открытые пункты и рекреационные зоны. В любом месте сотрудник Сахалин Энерджи должен чувствовать себя комфортно и безопасно. Безопасность и защита окружающей среды всегда в приоритете. Мы проверяем каждый наш готовящийся объект на экономическую и социальную безопасность. Мы хотим знать, какие риски нас могут ждать и как ими управлять. Во время строительства и дальнейшей эксплуатации мы следим за тем, чтобы каждый сотрудник знал эти правила безопасности для себя, для своих коллег, а также для окружающей среды. Природа Сахалина во многом уникальна. Поскольку это остров, то экосистемы достаточно хрупкие и очень подвержены внешнему воздействию, особенно антропогенному. Компания это очень хорошо понимает и в своей деятельности уделяет вопросам охраны окружающей среды очень большое внимание. Результаты нашего производственного контроля и мониторинга подтверждают, что воздействие, которое оказывает компания Сахалин Энерджи на природные комплексы, минимально, и наша деятельность в этом направлении является эффективной. Одним из принципов работы нашей компании является вклад в устойчивое развитие региона присутствия. В самых разных сферах, такие как права человека, коренные малочисленные народы Севера, безопасность, образование, здравоохранение, культура и искусство. Ключевой механизм здесь – долгосрочное партнерство с коллегами из государственных органов и с общественным сектором. Во-первых, таким образом достигается максимальная эффективность самих программ. Во-вторых, долгосрочные партнерства сами по себе являются эффективным механизмом взаимодействия с заинтересованными сторонами. Таким же эффективным, каким является процедура рассмотрения жалоб от населения, которое использует компания. Таким образом, мы уверены, достигая устойчивого развития Сахалинской области, где мы все работаем. Цели устойчивого развития были объявлены недавно. Вместе с тем они оказались абсолютно созвучны принципам корпоративной и социальной ответственности, которые приняты в компании «Сахалин Энерджи». А значит, в них нет ничего невыполнимого. Мы верим, что и другие предприятия также смогут включиться в этот процесс. Процесс, меняющий мир к лучшему.